Администрация Щелковского района нашла несколько земельных участков для решения вопросов обманутых дольщиков стройкомплекса «Литвинова Сити». На строительном часе администрации присутствовали представители Министерства строительного комплекса Подмосковья. Рабочая группа из числа специалистов администрации района и глав архитектуры рассматривает компенсационные участки под строительство жилья в самом Литвинове, Загорянском и в Щелкове. Часть квартир будет передана дольщикам Литвинова Сити. Администрация готовит выкладки и технико-экономические показатели по каждой территории. На их основе выстроен план действий по предоставлению жилья дольщикам. Как вы знаете, стройчас и губернатор мы прошли, МВК мы прошли, и Градсовет мы тоже с этой концепцией прошли. Так как объем очень большой, они, конечно, за это переживают, подбирают нам застройщика. Но хочу отметить, что на той неделе мы отправили два письма компании Су-22 для рассмотрения этой концепции и принятия решений, и также компании ОГРАНТ. Окончательное решение по использованию земельных участков и определению застройщика примет Минстрой. Это же ведомство рассматривает возможность компенсации дольщикам стоимости договоров долевого участия. Оба варианта сегодня администрации района прорабатываются. Готовим два варианта, выставляем на обсуждение, и какой примет Минстрой, тот и будет являться основным. Через неделю мы уже будем понимать, что все замечания Минстроя к земельным участкам сняты. Очередное заседание по Литвинову Сити запланировано через 2 недели. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».